Людям с этим именем свойственна болезненная неуверенность в себе, что может привести к комплексу неполноценности. Для того, чтобы выровнять чашу весов в их душе, нужно просто поговорить с ними. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Счастливыми камнями для владельцев этого имени с нумерологическим числом 2 являются жемчуг, лунный камень и все другие драгоценные и полудрагоценные камни тускло-зеленого цвета. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Поэтому обладатели этого имени не переносят ссор и скандалов, сознавая, что их предназначение заключается в том, чтобы обеспечить людям мир и спокойствие. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.